Приветствую гостей, подписчиков нашего канала. Недолго мы радовались теплу. Сегодня ночью было минус 9. А сейчас время на данный момент 20:00, уже минус 24. Пришло оповещение нам от МЧС Российской Федерации, то, что в некоторых регионах, районах Оренбургской области столбики термометра опустятся до минус 32 градусов. Вот так вот. Пришел сейчас налить еще горячей водички попить. Накидал новых стружек. В гнездах не пугайтесь, лежат вареные яйца. Сварил яиц. Вроде бы собирал яйцо сегодня весь день. Все было нормально, вечером перед кормлением. Ну вот и вот такие вот морозы. Сейчас пришел, а кто-то решил снестись. Я уже рассказывал до этого, что есть у меня некоторые экземпляры, любители снестись в ночь. Так вот, кто-то снесся. Вот у Орловских, вижу, тоже лежит. Сейчас зайдем, заберем. Но там курочка только вылезла. Я видел, как она вылазила из гнезда. Думаю, она даже еще и не замерзла. Вот такие вот орловские у нас. Да, вот яйцо. Теплое еще. Ну как теплое, уже холодное, в принципе. Так что вот так вот над нами шутит матушка погода. Вот так вот хотел показать, как светится фонарь на доме, и луч уходит в небо, что означает, что у нас мороз. Вот так вот уходит лучик. Вот такая вот зима у нас. То метет, то снег. И на следующий день прям потепление и опять похолодание. Вот так вот занимаются все. Хуэлю не хочет заниматься. Такие нетрудяги. Можно так сказать. Перед тем, что я у них в вольере находился, давайте посмотрим на царство сельцев. Ну, здесь у нас работяги, труженики тыла. Единственный минус стружки, то, что дороговато в нашем регионе. И воду в течение 2 часов даже не стоит наливать. Забивают поилку. Вот смотрите, налил я теплой воды. Поилка уже забита. Работают. Вот так вот. Погода. Обрадовались, что тепло. Но нет. Тепла нету. Сейчас посмотрим на Барковских. Барковский тоже работает. Тем последним насыпал. Растаскивают, ищут пшеничку. Вот так. Будем мы зимовать. Куда деваться? Перезимуем. Надеемся, что все будет нормально. Это вот девчонки сидят у нас в гнезде. Что, тоже ночные, что ли? Сегодня вот 4 яйца я от них собрал. Можно ждать еще, но перед сном придем еще. Посмотрим, поищем. Пособираем, если что будет. Часиков 10, через часочек, через 2. Ну, в принципе, я думаю, наверное, по количеству яиц на сегодня уже достаточно. Вот такая вот погода. Хотел вам про это сказать, но заодно и заснял птичку. Кому интересно, ставьте лайки. Дизлайки, подписывайтесь, колокольчики, палец вверх, как там еще говорят. Всем здоровья, удачки, пока-пока. Вот такие вот морозы у нас в Оренбургской области. Фонари все светят вверх. Вот так вот. Ужасно сильный мороз. Все фонари уходят в небо.